Всем доброго негра! Чё такое? Видали? Стреляет! Вообще, чё такое? Пацаны, колеса проколоты, чё за фигня? Опасные пацаны на бэхе. Дрифт на бэхе. Офигеть просто, чё делать-то, у нас оружия нету. Это в начале серии, да? Да вот это да. Неждан, даже не успели поздороваться, друзья. Всем доброго негра, с вами Филиппин, Ричи, Кофи, и сегодня мы играем в криминальную Россию. Да, друзья, всем привет. Всем привет, за нами уже погоня на черной BMW, насколько я понимаю, да? Да. Бэха за бэхой гонится. Просто я жесть. Просто хочу напомнить, что я на заднем сиденье сижу, как бы, да? Ну, у тебя там вообще, наверное, нормальный аттракцион. Я просто вижу, просто вот так. Блин, да что здесь такое вообще? Ты боком просто заходишь, ты просто боком залетаешь. А я не виноват, это очень трудно держать машину, тем более бэху. Я понимаю, но смотрится это очень так жестко. Так, пацаны, нам нужно заправиться. Прямо в Арзамас за пушкой есть. Сначала мы сейчас поедем, короче, друзья, за пушками. Закупимся ими и поедем наконец-то мстить тем самым гангстерам, которые просто безжалостно нас с Ричи убили. Ни за что причем. Да, было дело, ребят. Я думаю, настало то время возмездия, вендетты. А меня, кстати, просветите-то, я не знаю, что у вас там разборки-то. Было дело. Мы поехали, короче, с Илюхой криминальным на район к чувакам закупиться пушками. Так. Покупаем пушки, все окей, супер. А потом они нас просто бенч убивают и все. О, не, ну то это есть, просто так бы оставить дело нельзя. Да, тем более. Поэтому я как бы тебя и позвал даже на этот случай, потому что у тебя бэха, мы как бы бандиты, настроя. Да. Единственное, мне осталось ник поменять на Максим Бипсерс там какой-нибудь, и все. И будет норм, реально. Блин! Олег, как ты вообще едешь, сука? Я не знаю. Бочком. Настолько жестко еще в тот раз, то что они Макс убили первого. С нами еще дед был. Дед? Вот, я с этим дедом побежал в лес. Мы бежали. Они за нами гнались. Просто как собак нас гнали. Вот. И еще. Деда убили, он уже когда умирал, мне кричит: беги, Ричи, беги, брат. Я такой, ладно. Короче, еще сильнее нажал, а там впереди поле. Так, и все, и тебя там расстреляли. Меня просто как зайца на расстрел взяли в поле, понимаешь? Все. Так, надо полицейский разворот. Понятно. Ну, Олег у нас просто батя. Да, ну вообще реально трудно. А где-нибудь здесь можно тачку починить будет? А то да, мы так будем очень долго просто ездить будем вот так вот. Блин, жесть. Я вот единственное, знаете, что сучкую? Как бы вот настроя, как три богатыря, но сможем ли мы осилить вот этих бандитов? Не знаю. Мы приедем, втихую из окна постреляем и свалим. Ну да. Немного так пофукаем и все, и убежим, как щенки. Пук-пук-пук-пук и типа уехали. Да. Типа, не грози-ка ты южному централу, подрывая сок у себя на районе. Так, мы же приехали уже в город, да, получается? Где здесь у нас? Кое-как доехали. Да. Как вы выглядите со стороны просто. Ну норм, чё. Так, я бы, кстати, перекусил. Давайте перекусим, наверное, хп пополним. Давай, слоёный пирожок. Во-во, за косарь, да? Лакомка просто. Пирожный косарь, просто еще надо купить пирожное. Не, пацаны, я не поем, я, короче, это, лучше сэкономлю. В смысле? У меня есть деньги, я тебе дам. Я тоже могу дать денег, если хочешь. А чего у меня не работает, блин на это? Блин, что? Блинчик. Так, 200. И пирожное захавал. Пирожное, просто пирожок за косарь, ебаный в рот. Ура, меня спонсирует, спасибо. Спонсор сегодняшнего ролика. Слоёный пирожок. Коллега. Так, все, поели, нормально. Все, погнали. Какой-то. Да тут вообще что-то разборки, ребят, сегодня. Вот реально, вот это моя первая серия, записанная днем. Я теперь понимаю то, что днем здесь реально намного больше эпика, типа взрывы всякие. Вот на нас, по крайней мере, сейчас напали. И это. Причем просто ни за что, опять же, чел. Во-во, как, ну, да. Это криминальная Россия. Как. Ну да. А так, где? На пушечку едем. Прямо, да? Да. У нас тут местный гид, вот, Илюха. Местный гид. Вырубил, тебе не надоело еще мобилу-то? Не. Уверен? Звони, а как я так делаю вообще? Тебе звонят. А, да ладно, пусть звонят. Я просто не знаю, как ответить даже, да я за рулем как бы еще в таких... Я вообще не обращаю внимания на самом деле. Короче, мы где-то рядом, нам куда, так? Я не знаю. Ты у нас... налево, вот туда езжай, да. То есть я правильно повернул, да? Я чувствую запах оружия, да. Эксперт. Нанюхать, просто на нюх едем, что ли, пацаны? Да, пахнет смазкой. Самонадеянно как-то слишком. Оружейный. Эй! Ой! О, Олег красава. Я просто случайно, я не это, специально. Это... Как батя просто, бича задавил. Ой-ой-ой-ой! Ой, миллиметраж. Просто миллиметраж, да. Так, чуваки, вот где-то рядом уже чувствую.
Так. Нет, нет, не рядом. Смотрите, сейчас красный свет подойдите. У тебя так колеса просто крутятся туда-сюда, шалтай-болтай. Подождите, тут как бы светофор, ну понимаете сами, да? А ты задом? Да. А, здорово. Олег сдает на права, понятно, естественно. Ну, пацаны слева. Дерево с палатника мигает за политика. У вас мигает так же дерево? Дерево? Не, а вот машина, да. Так, ладно, ну мы туда ехать, да, или нет? Да я что-то заблудился, это Арзамас какой-то весь одинаковый. А это вообще что такое, смотрите? Не-не-не, не сюда, нет, вперед едем. А, это какой-то. Автостанция какая-то, вот. Вперед да, снова, да. Сейчас мы доедем. Ну все, давай. А то это странно, блин, мы так и не направо, приехали. Направо. О, оу! Пацаны, я ваш подписчик. О, да? У вас чел на приоре, стой, давай, давай остановимся. Самый варик сейчас подметнуть себе еще пару челов на разборке, как бы, сами понимаете. Ой, я из тачки даже случайно вышел. Ладно, во, пусть. О, ну-ка. Здорово, бандит. Ку. Джеймс Вуд. Блин, чё сейчас? Всё, сейчас банду чисто собираем и всё, и поедем. Едем выносить просто. Всё, да, да. А они Батырёвы, да, Макс? Вроде. Гос с нами. Деревня да. Батырёва, они голубые, да, вроде? Там да, там. Да, голубые. Голубые. Так, да, он на своей приоре, да, поедет? Ну все, тогда погнали, да, вот только вообще, мне кажется... Вот видите, как нормально. Если мы сейчас... Ничего подметнулся. Не туда, не туда, Олег, разворачивайся. Но я вот так вот развернусь, да, типа... Ну, бочком, бочком, да, сука, да, Олежа, сюда. Давай. Ну блин, трудно, реально, я это... Я стараюсь. Блин, реально боком валит, круто. Причем, как бы, я не понимаю, это либо у меня просто лагает из-за пинга. Вон, смотри, видишь? А, о, все, вижу оружейку, да. Ну наконец-то. Ну, а где починиться можно? Где-то, да, наверное, мы так приедем, как опасный бандит. Так опаснее, кстати, да. Так, вот, оружейка, походу, вот да? Он. Ваша реклама здесь. И вот чувак, походу, которого сбили тогда. Все, выходим. Чисто банда такая, вышла из тачки, из черной бэхи. Закупаемся пушками. Так, у меня 600к, что покупать? Илья, всё. У тебя же есть это, да? Как бы... У меня нет лицухи. Олег, у тебя своровали машину, стой. В смысле? Я же закрывал ее! Нет. Они не стоит, будут. Все, она стоит, чё, да, чё ты пугаешь? Кирилл водила хочет в ней сесть. Так там нельзя же садиться за тачку. Без обжигал. Чувак, только что сел в нее парень. Нет, не сел. Вы чё меня пугаете так, а? Все, места, кстати, в тачке нет твоей. Ну, всё. Я думаю... Нет, я места уже. Да, да. Сзади сидит Кирилл водила. Это что за пацаны вообще левые какие-то? Пацаны, ну я купил Дигл, я купил МП5, дофига патрон. В МП5? А что это, кстати, она дешево стоит, всего лишь 280 рублей? Это баг такой, она с тебя снялось много на самом деле. Да ладно! Слушай, как Дима Громов какой-то, а где чел вот Тимур? У него же была приора. Он, видать, ее зареспаунил. Тачка вторая нужна. А вот он мне пишет в СМС, сейчас, СМС. Да ё-моё, дай к... Это вообще нормально, если вот мы такой даже уже бригадой подъедем, как бы, можно нормально так зарамсить. Это да. Всё, я написал ему. Так, пацаны. Братва подсобралась. Всё, нам нужно тачку починить. А тут рядом есть это, что-нибудь аренды? Я бы сейчас взял просто тачку ещё бы. Так, а может быть я просто это, выкину кого-нибудь из машины, ты сядешь? Да. Кирилл водил, выкидывай, не с нами. Ну давай его. Тогда Макс готов, будь наготове. Стой. Какой там это, какая деревня-то? Батырёва. Встречаемся в деревне Батырёва. Батырёво, как бы. Вот так, там, да? Встречаемся. Да. Ну почти. Эти за своими тачками. Нападем. Все, братва расходится, говорит, да, го, все. Все, Макс, тогда давай, будь наготове, я Кирилла тогда сейчас этого выкину. Ну, какая тачка едет. Прибор подъехала. Вот он. Да. Все, окей. Все, тачка едет. Ну все, тогда поехали, все тогда. Вот это нормально, друзья, просто намечается эпик. Я думаю, можно лайкусик сразу. Да, это по-любому лайкусик. Так, а что, а куда ехать, где, куда? Диму возьми. Так, Олег, сейчас мы с тобой будем думать, как нам туда короче добраться. Это все. Нам бы еще где-нибудь так, чтобы можно было починиться по дороге, потому что, мне кажется, мы просто не доедем на моей машине. А не переживай, тут недалеко, серьезно. А, ну тогда... Короче, открывай карту, Олег. Я тебе покажу. Если карту открою, у меня игра крашенится, поэтому я не могу. Понятно. Да все, ладно, тогда как-то сориентируй его, это, Илюха. А тут нету GPS и Батырёва, не? Не имею понятия малейшего, короче. Нам вот туда, все.
Куда? Так. Ну езжай по главной, куда-нибудь приедем, нормально. Ну давай. Так. Сразу видно, админ на сервер зашел. Ооо, жестко. Понеслось прям. Пошли кики за ФК. Поехали. Блин, жесть вообще, это невозможно. Олег тоже залагал у тебя, Илюха? У Олега микро-то? Да-да-да. Да, чуть-чуть есть. Да, что-то странно. Дело такое, да, спонтанное. Проблемс без моей интернет. Налево, сейчас выруливай налево. Так, сейчас налево. А где там наши бандиты? А, осторожно, этого, в Иваныча не ловись. В Иваныча? Так а что это такое? Да ё-моё! Что-то тут вообще за парах. Он груз потерял. Воу, просто причем большие проблемы как-то. Всё, газуй отсюда. Они бы не поделили просто. Да-да-да, чисто вдвоём там стоят так. А мы, слушай, мы же в сторону этого, нет, а как его? Анашана, не? Да, там механики стоят, а вот сразу вырулим на батарею. Все отлично, нормально, я же все продумал. Отлично. Вы что, я же в УЗИ учусь, пацаны. Так, самое главное, мы, короче, сейчас подъезжаем к ним, просто им подходим, говорим, давайте закупимся у вас пушками, да? Мне можно просто сказать, типа, морды в пол, начинаем стрелять. Это да, это вам за фигни. Давайте как спецназ работаем, реально. Вот, можно, кстати, как, да. Как мод, да? Так. Просто как спецназ. Блин! Олег. Так я случайно. Олег, аккуратнее, пожалуйста, доедь, пожалуйста. Самое главное. Троллируй свою BMW. Блин! Вот этого я не смог контролировать, я, конечно, извиняюсь, но это было слишком жестко. Спокойно, едем. Ты жив? Да. Хорошо, ремень пристегни. У меня пристегнут был. Блин, ну... Сука, автобус, давай его это шибанем надо. Да все. Едем. Офигеть. Все, я его спугнул, все, окей. Олег, навстречку, главное, не влазь. Я постараюсь. За нами какой-то чувак, очень злой. Тихо. На автобусе-то? Нет, уже не на фиолетовый какой-то. Так, Олег, ну, спокуха, вот это очень опасно. Вот я стараюсь, ё-моё! Тихо. Вот, механик! Чини! Чини быстрее! Чини. Давай! Я сразу готов, какая там буква? Все, да! Фух, все. Миссия выполнена, просто найс. Кирилл Владилов, кстати, вот он, мне кажется, вообще сольется самый первый. Да, ну ничего, он будет жертвой. Блин, тут автобус-убийца, сука, просто автобус. Наконец-то. Мы едем на респу, давит, натравим его, на респу этих мудаков. А где она находится? Прямо, едем прямо. Блин, смотри, какая за нами вообще просто орда едет. Реально. Макс, вы там как, не отстаете? Нормально? Мы едем. Направо. Наши приворы не BMW, как говорится, вы чё? Так, мы немножко не по правилам, плевать. Ну ладно. Или по правилам. Короче, нет, кстати, не по правилам. Ну ладно. Нам налево надо. Считаем какую-то... Магистрали налево. Вот так, да. Нормально, забей мы на BMW. Мы на BMW, нам можно, у нас оружие. И приоры еще как бы, нам тоже можно. Еще я у тебя КБ есть наш бой. Так, сейчас я пропишу все-таки ремень. На опасный Алтюха едет, аккуратней. Че, подписчик, что ли? Да, все нормально. Это нормас. Уже три тачки просто вот прокатились по серверу, уже собрали бандитов. Ну куда, вообще. Куда он так режет? Ну я надеюсь... Куда он? Зачем ты это делаешь? Что-то он... Тише, друзья. Походу не подписчик какой-то. Может, разберемся с ним? В каждой есть все. Может, это чувака можно было, кстати, забрать. Вот. Пошел он в жопу, если сейчас... не-не-не, все, да он там лох, короче. Едьте, давайте. Что-то все подрезают, ну-ка, стой. Гонщик, давайте остановимся, давайте вот тут. Вот это, вот что это? Стой, я останавливался. Ёб твою мать. Почему? Это надо пушки достаем, пацаны, у вас пушки. Вот, кто-то пушку достал, Макс, ты? Да. Кого мочим? Вот так. На Audi белый. Вот как раз сборка, так. А я не понял, кого мочить, кстати. Они что-то, как они, что работают, где, что, куда, кого? Так, ладно, едем дальше. А вот Тимур, сейчас, Тимур. Стой. Тут надо, короче, точку сделать, типа, переговорить. Все сюда. Чё, да, это как-то странно того, все короче, работает. Сейчас мы построимся. Короче, надо им челом всем просто сказать, как мы будем работать группировкой. О-о-о. Ну это вообще, друзья, просто эпик. Смотрите, сколько нас слов, да? Просто так, поприветствовали чисто по-братски сейчас так. Так, сейчас мы едем... мстить за меня и Ричи. Да. Нас много, человек. Вообще нас реально много. Офигеть. Убили нас. Сюда кто-то еще поворачивает, джип какой-то, нет? Теперь. Ауди приехал. Им еще тачка подъехала. Кажем. Вы с нами? Надо было крикнуть. Вы с нами, братва! Да, капитан!
Да, все, да, все просто супер. Вообще сколько? Давайте все, пацаны, в тачку быстро, быстро в тачку, в Бэху ко мне. Погнали, Бэху к арену. Не могу сесть, так, все, сел. Всех там. Все, круто. Я его выкинул, короче. Тачки уже просто. Макс, садись быстрее ко мне. А, уже все, не успеешь. Меня выкинули, Олег. Садись. Погнали. Все, тогда погнали. Пятая тачка подъехала. Сейчас, стойте, сейчас все сядут. Шесть машин. Шесть тачек, офигеть. Пять фиолетовых еще там стоит. Погнали. Илюха, пиши там им там. Семь тачек. Еще гелик, что мы едем мстить, типа, вообще. Батарёва. Едем мстить. Я капсом, пацаны, сорян, но чтобы все видели. Да. Ну зачем она вот это делает, а? Гелик еще в конце, парни. Вот что это такое? Так мы вообще тут выживем, нет? Это дурачок называется. Зачем? Вот реально, вот смысл от этого не понимаю. Бляха, муха. О, хорош. Все, глотай пыль. Ого. Так, давай подождем, наверное, своих. То они как-то очень сильно... У нас тачка сломалась, парни. Как так? У нас тачка сломалась, она уже сломана. Слушай, ну опять едь на стороне. Давайте за мной подъезжайте. Давай, едем. Так, вот чё. Пацаны, чел. Спасибо вам за ваши старания на видео. Так. Нас благодарят за видео, ребят. Тихо. Так. Макс, прыгай, место есть, свободно. Макс, да, пока есть место, давай быстрее. Тимур тут подъехал, он какой-то точили. А вот еще Влад подъехал, он тоже наточили. Все, главное добраться. Капец, все в дыме, я ничего не вижу. Все по тачку просто. Все, все сели. Жалко. Все сели, все норм? Все, едем, главное вот доехать хотя бы уже. Вы на Ауди белый поехали, что ли? Да. Так он нас подрезал все время. Да, нехороший человек. Он хотел видать, чтобы вот он меня повез, типа, дурачок. Погнали Батарёва. Это Тимур Маканов какой-то. Так, а скоро налево. Здесь уже можно поворачивать налево. Вот, круто, супер. Блин. Ой. Я просто не знаю. Мы Роговичи заезжаем сейчас. Едем. Через Роговичи в Батарёва проедем. Там это на развилке направо, Макс, потом. Ща. А, он нас пропустил, чтобы за нами ехать. Все нормально. Мы ведущие, Олег. Все, Бэха, конечно, должна быть ведущей. Эпик отмечается. Так, сейчас будет направо асфальтовая дорога, вот на нее. Понял. О, просто я хочу посмотреть назад. Офигеть! Лежу сна. Все пролетели. И все просто там, походу, кто-то перевернулся. Перевернулись, пацаны, ну как же так? Что, взорвутся, что ли? Да. Жопа. Ну ладно. У нас место свободное есть одно. Можем подъехать там. Пошли посмотрим. Или там... Они едут, по-моему, да? Все нормально, Макс, едут. Окей, едем. Все, отлично. Так, сейчас налево. Так, лишь бы они только на базе на своей были. А, иначе это будет просто капец зашквар. Посмотрите такой... назад, ребят, прям хочется, знаете, напевать. Да-да-да. Да должны быть, мы все-таки днем сейчас записываем. Налево, Олег. Так, момент истины, просто момент. Направо. Наконец-то, вот та самая деревня, сука, где нас убили. Да. Тут, кстати, вот тоже можно было пушки купить, смотрите-ка. Ой, что-то подлагало. Не гоним. Вот. Я, голубой человечек. Видишь, парк? Да. Ставили, вот их там дофигища. Пацаны, вот. Выходим. Абуав, просто абуав. Пацаны меня сбили. Абуава, все просто. Так, готовы? Раз, два, три. Я заготовил бим, типа, всем лежать, мордой в пол, твари. Бегаем? Да. Давай я врываюсь, пацаны, ультую. Ультуем, все, побежали, валим их. Так. Погнали. Всем лежать, мордой в пол, твари. Я стреляю, пацаны, я уже открыл огонь. Там уже кто-то стреляет. Что за бандит? Ой, по мне попали, жестко. Это наш, походу, чувак. Это... Кто? Чего убивает-то? Вот эти... Не-не-не, вот, Саша какой-то. Пацаны, я вообще не понимаю, кто по кому стреляет, у меня пушки нет. Олег. А, чего? По голубым. Так, я по голубым стреляю. Очень мало хп. Капец, там с калаша стреляет, ё-моё! Пацаны, мне кажется, мы не отомстим сегодня. Сложим, пацаны, просто сегодня вообще весь смысл серии в том, что вот мы приехали сюда с бандитами, со своей бандой, просто заколбасить всех тут. Блин. Офигеть. Что происходит вообще? Я не понимаю. Блин, ну, были... Они отстреливаются, пацаны. Так, я запрыгну к ним через забор, посмотри, что к чему. Давай. Я у них на респе, я диверсант. Так, Макс, а ты где? За тачкой, Макс, прячься. Где, сука? А где они, Макс, там, ты? Там пишут, короче, Дон, срочно АК, они пишут, срочно пушку нам, срочно пушку. Ну нормально, вообще, ты кипиш подняли, приехали. Машины подбегайте, пацаны. Вот, я у тачки, Макс, стою. Раш. Так, все.
Так а чё все наши тут стоят, я не понял. Ну так я не знаю, Макс сказал сбор, типа. У меня хп вообще почти нету. Клубых мочим, просто. Пускай это живые, здоровые бой идут. Что, дэтмач, запрещено убийство без отыгрыша или причин тяжелого. Ты тоже в Деморгане? О-о-о, так, меня еще не посадили, пацаны, я сваливаю, я хочу сесть в бэку и свалить, по крайней мере, отсюда, так. И какой это дэтмач, я не понимаю. То есть, вот опять же, у меня, когда я снимал видосики здесь, да, были случаи, то есть я же тоже свою как мафию организовал с подписчиками. Ну, и нас тоже вот за это наказывали. Но по сути-то мы же собрали толпу, мы вооружили ее. И, да, мы орали, типа, вообще звездец. Типа, во-первых, я... Макс, во-первых, самое главное, у нас есть РП-причина, месть, правильно? Да. Месть, да-да. Во-вторых, нас много, это не повергейминг. В-третьих, нас было очень много. Мы с пушками, это тоже не повергейминг. Мы приехали и начали лупить по ним. Ну, я странно. Я вообще начал уезжать, короче, меня тачку взорвали, и я сдох. Я теперь в больничке вообще сижу. Ну, это капец, конечно. Ну, это эпик был, друзья, и, в принципе, наверное, серия, ну, нормально получилась, отдалась. Да, зато можно сразу отметить самых ярких, конечно же, участников сегодняшнего мероприятия, которые теперь сидят в Форт де Моргане. Вот все, да, все? Нет, меня нет, я в больнице. Криминальный, ну ты просто, Олег, слился быстро. Ну тут, смотрите, Илья Криминальный, Джеймс Вуд, Дима Гномов, Тимур какой-то Маканов, Эдгар Винстон, Алешка Умник, Рама Вагихен какой-то, Артур. Короче, все эти чевы, друзья, сегодня нам помогали. И остальные тоже. Была реально крутая просто мясорубочка. Спонтанно собрали бандитов. Поэтому заходите обязательно на сервачок. Поедем еще, будем пробовать мстить. Уже, конечно же, с РП-ситуацией, чтобы как бы админы не докопались. Во-во, да. А, Илюха, а долго тут вообще сидеть-то в этом дэтматче? Нас посадили... Меня... Так, меня посадил Артур Бондаренко. Сколько мне сидеть? Попробуем тайм вести. Сейчас, походу, дофига будет. 88 минут. А, да ну. Пацаны, жесть. Я думаю, нас всех на одинаковый срок посадили, на 90, я так понимаю, да, всех? Да, но тем не менее, друзья, реально, огромный респект, кто принимал участие в этом налете, было супер. Но кто смотрел, надеюсь, вам понравилась вся эта движуха, было реально эпично, классно, прям... Да-да-да-да-да, было реально круто. Криминальная Россия, welcome, все. С вами был Филиппин, Ричи, Олег. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наши каналы, если вы еще это не сделали. Все ссылочки в описании. Да, ребята, всем пока. Адьос, амигос, друзья.